4 октября все православные нашего города собрались в Реутовском храме на торжественную службу празднования Казанской иконы Божией Матери. Вел литургию благочинной церкви Блашихинского района отец Николай и настоятель храма отец Максим. В этот день в церковь пришли и стар, и млад. Пришли сюда, чтобы поклониться светлому образу Божией Матери. Образ Богородицы является самым чтимым и распространенным богомольным сюжетом на Руси. Не было избы, не было киота, где нельзя было бы встретить иконы с ее изображением. Кроме того, на Руси Богородица почиталась как покровительница и защитница родной земли. Русская православная церковь чтит более 600 различных икон с ликом Богородицы. Одна из наиболее почитаемых – Казанская икона Божией Матери. Икона представляет Богоматерь, понимающую, что ее сын примет смерть на кресте как высшее выражение любви к людям. К этому типу относятся широко почитаемые в России иконы – Казанская, Владимирская, Донская. Многие из этих икон чудотворные. Сами их названия говорят о тех местах России, где иконы прославились чудесами и где особенно ярко исходили их благодать и сила. Мою страну нашу российскую православных людей я, настоятеля, братья святого храм сего, труждающихся, поющих вас, предстоящих и всех православных христиан, да помянет Господь Бог во царстве своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Во время службы читается основной тропарь праздника. Заступница усердная, Мать Господа Вышнего, за всех молишь и Сына Твоего, Христа, Бога нашего, и всем творишь и спасителься, в державный Твой покров предвигающим. Всех нас заступи, о Госпоже, Царице и Владычице, и же в наспехах, и скорбях, и болезнях, обремененных грехи многими, предстоящих и молящихся Тебе умиленной душою и сокрушенным сердцем, пред пречистым Твоим образом, со слезами и невозвратной надежду имущих на Тебя, избавление всех зол, всем полезное дару и вся спаси, Богородица Дева, Ты будешь и божественный покров рабов Твоих». Казанская икона Божией Матери является и покровительницей всех жителей нашего города. Чистый и светлый образ Богородицы поможет нам преодолеть все жизненные невзгоды, стать чище и возвыситься духовно.